Итак, следующий шнур, про который я хотел бы рассказать, это нитка от двадцать 21 под названием Ainteria. Данная плетенка намотана у меня на катушке Daiwa Soul 2500. И вот, использую я ее для ловли на легкий и средний джиг, когда мне нужна максимальная дальность заброса. Почему? Эта нитка, во-первых, восьмижильная, что дает нам преимущество именно по дальности, хотя на самом деле оно не такое уж и большое. Вот, то есть, там, если сравнить ее с аналогичной четырехжильной ниткой, ну, выиграем мы метров ну, 5, наверное. Вот, ну, максимум 7. А реальный я реальное преимущество этой ниткой по дальности ощущается при ловле в довольно сильный боковой ветер по моей практике, то есть вот именно ветреную погоду вылет с нее получается лучше, чем с четырехжилки. Вот, ну видимо сказывается то, что эта нитка более гладкая, поэтому сопротивлению ветра противостоит она, как сказать, против... противостоит, сопротивлению лучше. Вот. но при этом данная ниточка очень Нежная, хотя не самая нежная из восьмижилок, которые у меня были. Это у меня вторая восьмижилка, да, это у меня тоже был Pantone 21, а только 8-Braid, тоже восьмижильная серия, это более новая. Так вот, 8-Braid у меня закончился очень быстро, как-то не успев начаться, буквально полсезона, и нитка а, все, умерла, рассыпалась. Вот, это же у меня живет второй сезон уже. Вот рабочий участок. Рабочий участок у нее, конечно, уже не ахти. Вот. Не знаю, правда, насколько будет видно здесь. Вот, допустим, должно быть. Так, камера, ну-ка, фокусируйся куда надо. Камера, конечно, мелкую ворсистость, наверное, все-таки не передает. Вот, ну, по своим ощущениям скажу, ну, тут маленько видно, что вот какая примерно структура стала в большей части шнура. То есть какой-либо абразив эта нитка держит очень слабо. То есть ловлю я, в принципе, там, где этого абразива нету, то есть у меня песчаное дно. Где-то там, может быть, с единичными мелкими кустиками. Там, может, какой-нибудь камень где-то лежит, один небольшой. То есть, по большому счету, благоприятное дно для в отношении абразива, но тем не менее, эта нитка все равно, то ли она так. Аку... Ну, в общем, для нее в любое соприкосновение со средой это абразив получается, вот. Поэтому на жизнь довольно короткая. Но тем не менее один полноценный сезон она мне отжила. Думаю, этот сезон она мне тоже уже доживет как раз, и тогда я уже ее выкину. То есть, грубо говоря, срок годности у меня получился два сезона. Диаметр, кстати, не сказал у нее 0,6 по японской классификации и разрывная, по-моему, 12 либров идет. Да, где-то так. Вот с ней я кидал веса где-то от 6 граммов, начиная. То есть она мне закрывает диапазон лайт джига от 6 и там до 14 грамм, до 12, наверное, все-таки лайт у меня будет. И среднего джига, то есть это там уже от десятки и до... 20 граммов. И скажу вам, что вот как бы 20 грамм с приманкой кидать этой ниткой неприятно. Почему? Да, летит там далеко, но когда делаешь очень мощный заброс, она очень тонкая и она режет палец, прямо скажем. То есть было так, что я целый день отхлестал этой ниткой и под конец дня у меня палец просто продавило. Его не разрезал, его просто продавило из-за мощных забросов. А вот, кончик пальца довольно было болезненно и неприятно. Вот, поэтому сейчас мое мировоззрение маленько поменялось. И все-таки для э, постоянной ловли наджик там э, весами. 14-22, ну это береговые наши веса, все-таки я буду пользовать тоже восьмижильную нитку, но диаметром 0,8. 0,8 это все-таки будет золотая середина. 0,6 все-таки, наверное, лучше использовать на реально лайт-джиге, то есть с палочками максимум до 18 граммов, там в идеале до 14-16 будет. Вот. То есть еще раз коротко об этой нитке дальнобойная, а сенсорика у нее отличная, как для джига. Вот, реально тонкая, прочная, то есть свою нагрузку плюс-минус держит хорошо, то есть учитывая ее диаметр, то есть она покрепче, чем та же четырехжилка в том же диаметре, вот. но при этом очень нежная, то есть ее стоит покупать, только если вам нужна реально максимальная дальность заброса либо максимальная сенсорика и при этом нет большого количества абразива в вместе ловли вот поскольку ценник на нее далеко не гуманный даже вот до кризиса она стоила что-то около 2200 рублей вот ну я не жалею денег на шнуры для береговой ловли потому что с берега чаще всего бывает так что докинул поймал не докинул ушел домой пустой Поэтому тут нет смысла экономить, на мой взгляд. Итак, следующая плетенка, про которую хочу рассказать, это нитка от Varilas. Название что-то там, какой-то джигинг, 10 на 10 чего-то там. Короче, смотрите картинку. Картинку посмотрели, название запомнили. Теперь продолжаем. А, диаметр ее 0,8. А, намотана у меня на второй шпуле. Вот Soul. А, вообще она у меня шла как а, запасная для ловли на джиг, либо для а, тоже береговой ловли. Но в тех местах, где уже ну откровенно много абразива, то есть на дне там какие-то бровки, а, много какого-то хлама, коряк, потому что использовать в таких местах а, а, восьмижилку, ну просто ее убивать. Вот. Поэтому запасная такая нитка. Это нитка четырехжильная, как вы, наверное, могли понять. Тоже многоцветная. Кстати говоря, цвет она сохранила очень даже неплохо. К примеру, многоцветная понтуновская больше уже похожа на однотонную черную. Вот. А здесь как-то прослеживается разница в цвете все-таки. Вот использую ее, как говорил, для ловли на джиг и реже для ловли на воблеры. То есть в плане сенсорики здесь все хорошо, вообще никаких нареканий. То есть не сказать, что прям какие-то есть кардинальные отличия от той же восьмижилки по дальности заброса. Пока она была новая лететь не хотела. Она когда сновья, она довольно жесткая. Вот, ну, со временем прикаталась, стала мягенькой, вот, и сейчас летит э, довольно хорошо. То есть, если я ставлю 5 баллов по забросу восьмижилки э, понтуновской, 0,6, то вот этой четырехжилки, 0,8, я поставлю по забросу, ну, наверное, 4,5, ну, может, чуть-чуть меньше. Вот, то есть, э, дальность заброса у нее очень и очень неплохая. Э, в плане разрывной нагрузки, ну, хотелось бы лучше То есть 0,6-8 жилка держит э, Как минимум так же А может быть даже и получше, чем эта нитка Вот, э, ожидал я от нее Чуть больше прочности Хотя может быть и зря Потому что, ну сколько заявлено здесь, конечно, 14 либров Но по факту их там нету э, Это приврано-наврано Вот, то есть э, Реально, наверное Разрывная где-то 10, ну 12 либров у нее вот. нитка соответствует своему диаметру 0,8, то есть как раз она где-то такая и есть примерно. Вот. Ее толстой язык не повернется назвать. Сейчас попробую камеру сфокусировать на нее. Камера, фокусируйся, спасибо. Вот. Ну, как можете видеть, абсолютно ровный участок рабочий. Вот. Ловил я на нее в прошлом сезоне, сколько, наверное, ну, рыбалок тоже 10, может, 15. То есть, так вот, не особо активно используется, но все равно используется. Вот, она у меня в том сезоне впервые появилась. А что хорошо, она идет в размотке 200 метров, это огромный плюс. И такая, мне кажется, самая удобная размотка для шнура. Вот, соответственно, я думаю, что у меня проживет еще не один сезон, не только этот. Думаю, и следующий точно отходит потому что мне еще нужно доловить восьмижильную, поэтому это все равно как-то в меньшей степени используется. Итак, работа с джигом у нее хороша на весах где-то от 8 граммов и до 22 граммов комфортно с берега ей кидаться. Вот, довольно хорошо летит, я говорил сенсорика, тоже замечательная. С воблерами что? С воблерами я ловил, наверное, от, от 50-х, 60-х, вот и до, 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 до 90-х, ну, некоторых соток, которые легкие. Какие мне легкие сотки? Нет, сотками, наверное, все-таки не ловил. До 90-х э, Облеров будет честнее, Вот, конечно, ловить на Облера с такой ниткой можно только там, где нет зацепов, потому что, не дай бог, зацепить с ней даже тот же лопух, она его не вырвет, это гарантия. Я вот из-за этой нитки потерял свой любимый бенд Мину, к сожалению, который сам стоит половину от этого шнура. Вот. И после чего-то, в общем-то, я и решил обзавестись мультом под легкие воблеры. Но мы не об этом, а про то, что если ловить на воблеры, то только в незацепистых местах. Более-менее крепкую траву типа лопухов она не выдирает. Значит, еще раз и коротко. Хорошая дальность заброса, хорошая сенсорика, хорошая размотка, хорошая цена для такой размотки. Могу соврать, но, наверное, она была что-то около полутора тысяч до поднятия ценников. Сейчас не знаю. И удовлетворительная разрывная прочность. Скажем так, если умеете пользоваться фрикционом, то проблем не будет ну, как удовлетворительная. Для такого диаметра она все-таки хорошая. То есть, такая вот нитка на четверочку во всем. Вот. Она и неплохая, и нехорошая. Такой вот с японский середнячок ПЕ. Ну, наверное, про нее все. Значит, дальше. Еще хочу рассказать про шнурочек Sunline Super PE. В частности, вот это у меня 15 либров. Шнур данный я покупал специально для мультипликатора своего лайтового. Так, я вас обманул. В частности, это у меня не 15 либров. Это у меня 20 либров. Это же я из Скорпиона достал у меня их два, то есть я его достал один, тут тоже с онлайн Супер ПЕ, только на Альдебаране у меня он 15-либровый, на Скорпионе он у меня 20-либровый. Шнур бюджетный, то есть ценник у него даже сейчас порядка 800 рублей, надеюсь вас не обманываю. Нитка реально крепкая, живучая, вот 15 либром я уже половил, как бы вот по ощущениям после ловли на джик, 8 граммов на кастинговой палочке отстукивали в руку, то есть с чувствительностью вообще без проблем, все хорошо. Также ловил я нас онлайн супер ПЕ, только в более тонком диаметре, поэтому так или иначе буду оттуда брать свою статистику. Вот, то есть с сенсорикой этого шнура все хорошо, с прочностью, для своих диаметров тоже все прекрасно. То есть вот этот 15 либровый я взял специально для ловли на лайт воблеры э -э щуки на вот заросших речках там где лопухи трава вот под воблерки э -э размером где-то от 60 и до соток вот как бы я еще его не испытал, конечно, на траве, но у меня почти стопроцентная уверенность, что потерь приманок с 15-либровым уже шнуром не будет. Потому что воблеры такого размера имеют достаточно тонкие крючки, и уж если я лопух не выдеру с корнем, то я его просто-напросто разрежу. Вот, чего мне не происходило при использовании того же шнура 0.8, к сожалению, и приманки терялись. Вот. и 20 ли шнур на более мощные катушки для более крупных воблеров то есть там от сотых до 130х на унцовую палку вот. то есть соответственно он есть потолще 20либровый вот что еще про него сказать можно уже даже заключение давать что шнур Бюджетный, то есть цена у него однозначно на пятерку, а разрывная прочность на пятерку, а дальность заброса, ну тут сказать трудно, потому что это все-таки мультовая снасть, тут нет как таковой разницы, но если судить по тонкому Sunline Super PE 6 либровому, который у меня был, то у того стали у заброса все было как минимум хорошо и где-то близко к пятерке. То есть, вообще без проблем. То есть, диаметр здесь соответствует тем, которые заявлены. То есть, если он толстый указан, то он, ну, довольно-таки толстый. Ну, хотя вот двушечка, ну, ну, это не сказать, что веревка какая-то. Вот. Ну, нормальный такой мультовый шнурок. Абсолютно круглый. Э, плотный. Ну, то есть... Э, реально для меня такое вот маленькое открытие, что такая бюджетная паенитка, -E нитка а очень и очень хорошего качества. К примеру, есть в том же ценнике нитка Бенки. Ну, я бы ее даже, даже не сравнивал. То есть, с онлайн после Бенки, как Тойота после Жигулей, наверное. Хотя вроде ценники одинаковые, но шнуры совершенно разных классов. Тот толстый, при своей большой толщине имеет небольшую разрывную вот, а эти нитки гораздо более тонкие и прочные, вот, поэтому какая-то мне вот такая к ним предвзятая позитивность. Надеюсь, они меня не огорчат, вот. Ну то, что я уже попробовал, то понравилось вот, 15-15 он половил. Итак, на данный момент по шнурам у меня все, что есть. Вот про 6 шнуров вам рассказал. Планирую в арсенал себе еще заиметь шнур единичку. На те случаи, когда все-таки придется ловить мясорубкой на облера, особенно это вот в холодное время, может и не заведу, то есть и тут еще у меня под вопросом. Вот а идет ко мне шнур диаметром 1,2 для моей новой катушки. А про новую катушку я вам расскажу уже в следующем видео. Это обалденнейшая вещь. Давно о ней мечтал. Наконец-то накопил, наконец-то купил. И в следующем видео с вами обязательно поделюсь своими эмоциями по поводу покупки новой катушечки. Вот. Ну и на этом все, дорогие мои. Спасибо за внимание. И до новых встреч. Пока-пока.